Привет, дорогие друзья! Сегодня будем готовить шафрановую курицу с морковью. Натираем на терке морковку. Рассчитываем на каждую порцию 100 грамм моркови. Также на порцию по одному среднему луку. Лук режем крупными полукольцами. Наливаем в сотейник немного растительного масла. В разогретие высыпаем лук. Не нужно зажаривать, просто доводим до размягчения. Добавляем по вкусу шафран. Как его подготовить для использования, посмотрите по ссылке под видео. Можно использовать вместо шафрана куркуму, но это будет совсем другой вкус. Когда лук размягчен, добавляем морковь. Смешиваем аккуратно. Когда и морковка станет мягкой, снимаем с плиты. На каждую порцию берем по одному окорочку. С окорочков снимаем кожу и лишний жир. Вот эти кости не нужны. Из них можно для другого блюда бульон сварить. Надрезаем окорочка в нескольких местах с обеих сторон, чтобы курица лучше пропиталась вкусом подливки. В разогретое растительное масло укладываем мясо. Польем курицу шафраном. Подрумянивание с одной стороны окорочка переворачиваем. Заливаем мясо крутым кипятком, чтобы он доходил до половины окорочка. На 4 окорочка добавляем 2 кардамона. Одна чайная ложка розовой воды. 1,5 чайные ложки морской соли. Пол чайной ложки черного молотого перца. Сок одного лимона. Закрываем крышкой. Пусть варится. Через некоторое время перевернем мясо, чтобы хорошо впиталось в себя вкус подливы со всех сторон. Добавляем курагу. На одну порцию 3-4 штучки. Закроем крышкой. Минут 10 пусть поварится. Теперь добавляем морковь с луком. Под закрытой крышкой доводим до готовности. Я забыл сахар добавить. В
пол чайной ложки коричневого сахара достаточно. Это блюдо сладковатое, но очень вкусное. Подаем с рисом. И не забываем приходить в гости за новыми рецептами. Для этого подпишитесь и нажмите на колокольчик. Спасибо за лайки и комментарии.